Добрым людям с добрыми пожеланиями – особенное место для особенных людей. Быть добру – лучшее место под солнцем. Эти позитивные надписи как бы напоминают посетителям городского сада, как нужно относиться к жизни. Персональные таблички и стильные, выполненные в одной тематике лавочки, принадлежат предприятиям, организациям Бреста, известным личностям и обычным жителям, которым просто захотелось оставить на любимой скамейке свою маленькую историю. На сегодняшний день в акции принимает участие уже порядка 22 как субъектов хозяйствования и простых физических лиц. 15 лавочек мы уже установили, на очереди еще 10 лавочек. Места, как видите, в городском саду еще достаточно, поэтому акция, я уверен, продлится еще долгое время. Есть необходимость обновить лавочки у монумента стражам границ, поэтому всех брестчан, жителей города Бреста, его гостей мы приглашаем еще не поздно подать заявку и принять участие в этой замечательной акции. Создание и установка лавочки с персональной табличкой обойдется в 750 белорусских рублей. Свое послание Бресту и его жителям адресовали накануне сотрудники Генерального консульства России в Бресте и Российского центра науки и культуры. Повод значимый, праздничный. 12 июня россияне отметят важный государственный праздник – День России. Мы решили подарить городу Бресту скромный, но тем не менее искренний сердечный подарок от Российского центра науки и культуры. Я хотела бы, конечно, в первую очередь пожелать нашим братским народам в преддверии этого праздника мира, добра, процветания, развития наших дружеских, гуманитарных связей, укрепления нашего партнерства. Ну а городу Бресту и горожанам вот в качестве этого подарка хотела бы пожелать благополучия и процветания. И хотела бы сказать, что мы очень любим этот город, и этот подарок на самом деле от души, он искренний, он от сердца. Здесь все сделано от сердца. Удобные пешеходные дорожки, аккуратные газоны, стильные лавочки, оригинальные цветочные композиции, фонари, уютная беседка. Все это определенно создает настроение и атмосферу. Между тем, благоустройство уникального по своей архитектуре, расположению и красоте места продолжается. Концепция развития горсада предполагает появление новых зеленых зон. Территория городского сада, она очень велика, и люди уже проложили здесь новые тропинки. Мы ожидаем еще, когда пройдет лето, и я уверен, что новые аллеи еще в городском саду появятся. Виктория Нечаева, Эдуард Букунович, Александр Макаревич, телекомпания Бук ТВ.